Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Магазин «Автомаркет» предлагает запчасти для автомобилей импортного и отечественного производства, автомобильные технические жидкости, автоаксессуары и инструмент. «Автомаркет». Отличные детали, отличные цены. Телефон 48800. Только 5 дней. В связи с закрытием сезона в магазине «Гермес» скидки на осеннюю коллекцию одежды и обуви. Новое поступление обуви и верхней одежды коллекции «Зима 2018-2019». В магазине можно расплатиться картой рассрочкой «Халва». Магазин «Гермес», улица Гагарина, 36. Партнер программы «Прогноз погоды» – магазин «Планета. Одежда. Обувь». Внимание! 6 октября в нашем городе открывается сетевой магазин «Планета. Одежда. Обувь». В честь открытия магазина скидка 10% на все. Также вас ждет угощение – традиционное азиатское блюдо. Сеть магазинов «Планета. Одежда. Обувь» – это огромный ассортимент товаров. В них представлены более 15 тысяч моделей головных уборов, пуховиков, джинсов, трикотажных изделий, кроссовок, сапог, туфель и многого другого. Также в магазинах большой выбор детской одежды и товаров для создания уюта в вашем доме. Магазин «Планета. Одежда. Обувь» находится в торговом центре «Северный» по адресу улица Булгаковой, 2, 1 и 2 этаж. И о погоде. Завтра, 7 октября, в Печоре ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой дождь, дождь со снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет около 0, а завтра днем 4-6 градусов тепла. Уважаемые рекламодатели, размещать информацию в нашей программе вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов по адресам. Улица Островского, 74 и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 356-90. Информация дублируется на нашем сайте www.volnaplus.ru. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Екатерина Лисицкая. Всего вам доброго, до свидания.